нашем городе очень много интересных и талантливых людей, о которых мы с удовольствием расскажем вам в программе «Человек в городе». Наша сегодняшняя героиня может поведать на английском языке не только о себе, но и о нашем городе. Страсть к изучению или призвание по жизни. Знакомьтесь, Юлия Симакова. Сейчас Юлия входит в число лучших педагогов страны и разрабатывает авторскую методику обучения английскому языку. В 2015 году она завоевала титул «Учитель года» на региональном этапе конкурса в Рязани. Успела пообщаться с президентом страны Владимиром Путиным. Однако, как и все люди, она родом из детства. Но ее жизнь была по-особенному связана со школой. В семье Юлии было несколько поколений учителей. 11 лет школьным учителем русского языка и риторики была ее мама. Еще до первого класса Юлия почувствовала, что школа является для нее очень привлекательным местом. Мне кажется, лет с 5 примерно я очень много времени проводила в школе, в школьном лагере, в мамином кабинете, в актовом зале, среди костюмов. Мне тогда казался школьный мир очень загадочным. По словам Юлии, познакомившись с этим миром, ей хотелось познать его глубже. Когда же она отправилась в первый класс, казалось, что судьба ее была определена. 1 сентября состоялась линейка, на которой она, среди прочих первоклассников, читала стихи. Завучем по воспитательной работе в этой школе была моя мама, и, собственно, она и писала эти стихи. Но я не думаю, что был какой-то тайный умысел, что просто вот такое было вдохновение. И были строки, которые мне достались о моем будущем обучении в школе. «Нарисую мелом круг и скажу вам, не тая, я детей учить хочу, как и мамочка моя». Сейчас Юлия Симакова признается, что профессия педагога не была ей навязана. Она сделала этот выбор по собственному желанию, по любви. Мама ей, конечно, помогала, но не только по тем предметам, в которых сама хорошо разбиралась. Жизненные советы мамы для Юлии до сих пор остаются очень ценными. Хотя сейчас она сама может выбирать тот путь, по которому идти. В школе Юлия добилась успехов по всем направлениям. Участвовала и во всероссийских олимпиадах, в частности, по русскому языку. Тогда ей при подготовке к испытаниям даже пришлось изучить древнерусский язык. Среди прочих предметов большую любовь у нее вызывал английский язык. Наградой за все ее старания стала золотая медаль. Юлия получила ее во второй гимназии в Рязани. В школе, которая славится, пожалуй, своей дисциплиной, историей и своими выпускниками яркими и талантливыми, то, я думаю, многим в нашем классе, в принципе, хотелось получить эту медаль. И, конечно, такое, ну, это первая награда в жизни человека важная, что учился в школе, вот насколько хорошо. После школы Юлия Симакова решила, что останется учиться в Рязани. На тот момент она не была готова оторваться от дома и хорошо понимала, что, поступив в Рязанский государственный университет, который имеет достойную репутацию, дальше сможет применить свои знания где угодно. Юлия стала учителем, получив диплом с отличием в Институте иностранных языков РГУ имени Есенина. На данный момент у меня уже совершенно нет планов уезжать, хотя было большое желание учиться в Соединенных Штатах Америки. Я год назад выиграла грант на обучение в магистратуре в США, но я не воспользовалась им. Юлия говорит, что при желании, конечно, посетит Соединенные Штаты Америки. А пока рада тому, что уже дважды побывала в Лондоне. Но в большей степени ее выбор остаться в России был сделан, потому что она не хотела уезжать от своих родных и близких, понимая, что им будет тяжело без нее. К тому же, в это же время она была полностью поглощена подготовкой ко всероссийскому этапу конкурса «Учитель года России 2015». Пройдя два этапа, городской и региональный, на ее плечи легла ответственность представлять Рязанскую область на заключительном всероссийском этапе конкурса. Я представила, что меня ждет просто одно из главных приключений в моей жизни. И, конечно, хотелось и все силы приложить для того, чтобы представить регион достойно, представить свой опыт достойно, действительно найти в нем что-то важное, интересное для всех. И, конечно, независимо от результата, было важно уехать с этого конкурса в чем-то изменившимся учителем.
За пару лет до участия в конкурсе Юлия стала активным его зрителем. Она смотрела уроки, мастер-классы учителей, которые делились своим опытом в предыдущие годы. Она почувствовала, что это не просто хорошие учителя, это целое сообщество. Ей захотелось стать ближе к нему. И когда директор Рязанской школы номер 51, где Юлия работает и преподает английский, предложила ей принять участие в конкурсе, Юлия с радостью согласилась. Это сообщество людей, которые остаются в конкурсе, которые, проживая в разных частях России, как я уже сказала, учителя представляют разные регионы на этом конкурсе, продолжают общаться, пишут статьи, обмениваются друг с другом какой-то информацией. Учителя со всей России, принимавшие участие в конкурсе, поддерживают контакты, доносят свои идеи до детей в Кировской области, в Московской, на Камчатке, несут детям радость и пользу, стараясь добросовестно делать свое дело, воплощая в жизнь свои проекты, как это делает Юлия Симакова. Став лауреатом конкурса «Учитель года 2015», войдя в 15 лучших учителей России, ей удалось пообщаться с Владимиром Путиным и задать президенту интересующий вопрос. Круглый стол прошел в Сочи, в Центре для одаренных детей «Сириус», который был открыт при поддержке президента. Там же лучшие педагоги получили возможность продемонстрировать мастер-классы, провести уроки. Вы выступали здесь перед участниками программы «Сириуса» 1 сентября и совершенно справедливо заметили, что только нация с твердыми нравственными ориентирами может использовать достижения науки во благо. Так вот, я думаю, что в советское время всем нам очевидны вот эти нравственные ориентиры. Труд во благо коллектива своей страны, нации в целом. Это может быть объединение перед лицом врага во время войны. Что, по вашему мнению, может стать таким нравственным ориентиром общенационального характера для современного подростка? Вы знаете, мы ничего другого не придумаем. Я много размышлял на эту тему, но кроме патриотизма в самом хорошем, здоровом смысле этого слова и понимании, ничего другого придумать нельзя. Любовь к родине, нужно ее развивать. И вот, конечно, гуманитарии, безусловно, главная миссия гуманитария, на мой взгляд, как раз в этом и заключается. Ответ президента страны Юлии оказался близок, потому что одна из идей, которую она воплощает на своих уроках, заключается в том, чтобы научить детей рассказывать на английском языке о своей родной стране. Такую идею она и представила на конкурсе «Учитель года России 2015». Я представила эту философскую идею. Я обучаю английскому языку, чтобы будущее поколение смогло рассказать миру о России. Вообще очень, идея довольно простая, только мы редко ее реализуем, о ней часто забываем. Конечно, это все становится возможным при том формате, в котором Юлия преподает свой предмет. В игровой манере она сравнивает российскую и англоязычную культуры, проводит урок в виде коммуникативной или интеллектуальной игры. Ей удается привлечь школьников материалом, показать, почему нашей страной можно гордиться, а изучать язык не так уж и трудно. Так уроки английского приносят радость и желание учиться. John. All right, John. How are you, John? Это очень завлекает каждый раз ее занятия. Приходишь и уходить действительно не хочется. Мне нравится, что она общается с детьми, что мы играем, что она заставляет нас всех улыбаться. По собственному опыту Юлия Симакова знает, как непросто бывает русским рассказать о своей стране. Когда она путешествовала за границей, иностранцы детально интересовались у нее особенностями русской культуры. Для Юли оказались непростыми некоторые из вопросов. Я, когда путешествовала в Англию, это было время православной Пасхи, и я красила яйца луковой шелухой. Вот меня спрашивали, а что с ними, их можно есть? Как вы их покрасили? Мне приходилось такие базовые вещи объяснять. Конечно, сейчас у Юлии эти вещи дошли до автоматизма. Теперь она решила, что ее ученики могут столкнуться с такой же проблемой. Поэтому делает все, что в ее силах, для того, чтобы дать им больше знаний. Еще одна хорошая идея у нее хранится с тех пор, как она посетила город Казань. Когда в Казани проходил конкурс «Учитель года России», мне учителя казанской школы, с чьими детьми я проводила урок, подарили учебник о Казани, школьный учебник, но он буквально для одного года обучения или для факультатива, это дополнительный, это не основной учебник. И, в принципе, может быть, когда-то и будет я что-то подобное, какое-то пособие, я, может быть, и напишу о Рязани.
Этот дополнительный, не основной учебник, способный научить людей рассказывать о Казани, хранится у Юлии и сейчас. Но и без написания книг на данном этапе жизни она делает очень многое. Помимо участия в конференциях, конкурсах и своей учительской деятельности в школе, Юлия является одним из основателей английского лагеря UpCamp. Он был открыт в Рязанском регионе. Юлия занимается образовательной программой лагеря. Дети в течение дня посещают занятия, участвуют в интеллектуальных и бизнес-играх, проходят различные квесты. Все это с элементами английского языка. Эффект налицо. И мы проводим областной конкурс для школьников Level Up. В том году количество участников перевалило за 600 человек. Это был только второй конкурс. В первый год их было около 200, пожалуй, не больше. Вот, поэтому точно знаю, что вот эти проекты я бы хотела развивать, привлекать больше школьников, искать новые способы организовать их деятельность, заинтересовать их английским языком. И, конечно же, куда при такой яркой деятельности без сотрудничества с носителями английского языка? В команде Юлии есть представители разных культур, но все они являются носителями одного и того же языка. Это люди из Ямайки, Америки, Нигерии, которые хорошо владеют и русским языком. Не только для них, но и для других иностранцев, которые в меньшей степени знакомы с русской речью, Юлия делится частью русской души – стихами великих поэтов. Она находит книги, в которых максимально точно передаются интонации, чувства, смысл и ритм произведения. Вам не нужен быть перевод. Шагане, my divine Шагане, it's the north, I suppose, that inspires me, and to talk of our fields never ties me, of the rye where the moon shadows play, Шагане, my divine Шагане. Юлия Симакова, конечно, цитирует великого поэта Сергея Есенина и его произведение «Шагане». Так она в очередной раз еще немного рассказывает миру о том, чем знаменита Рязанская земля и ее родная страна Россия. Hail to you, the roots that bore me, hearts like icons framed arise, boundless, endless space before me, blue sky only draws my eyes. Программа «Человек в городе» в следующий раз познакомит вас с Анастасией Артфишер. Эта девушка путешествует по миру, занимается серфингом, сноубордом, дизайном, съемками фильмов, разрабатывает проекты по обучению детей английскому языку с помощью пальчиковой методики. Раньше это были мечты Анастасии, теперь это ее реальность. Следующей точкой на земном шаре, где она решила обосноваться, станет Калифорния. А пока Анастасия поделилась, как ей удалось столько успеть и что дает ей силы для реализации своих планов.